Друзья, всем привет! Меня зовут Наталья Носова, и я отвечаю на ваши вопросы. Сегодня я исполню просьбу Алексея Алексеева, который просил нас рассказать о сельском хозяйстве у насекомых. Ну, наверное, мы немножко расширим тему и поговорим о сельском хозяйстве не только у насекомых, но и у других животных. Ну, по крайней мере, то, что мне пока удалось накопать. Самые, пожалуй, известные примеры сельскохозяйственной такой деятельности насекомых – это, конечно, муравьи и тли. Тли – такие маленькие беззащитные существа, растительноядные, которые питаются соками растений и поэтому являются вредителями растений. Но тли обладают одним очень важным для муравьев качеством – они выделяют медвяную росу, или как еще называется это вещество, падь. Это сладкое вещество, которое содержит много углеводов, а помимо этого там еще есть различные минералы, аминокислоты и белки. И вот эта вот медвяная падь, она оказывается очень притягательной для муравьев. Поэтому муравьи очень давно находятся в таких симбиотических взаимоотношениях с тлями. Они их выпасают, как настоящих таких дойных маленьких коровок. Причем известно уже по палеонтологической летописи, что вот эти вот сложные взаимоотношения симбиотические, они длятся уже, по крайней мере, 50 миллионов лет. Есть прям такие свидетельства очень явные, очень четкие. Например, найден в янтаре муравей в челюстях. Он аккуратненько держит тлю, поскольку действительно нередко случается, что муравьи переносят тлю с одних кормовых растений на другие, на более сочные и вкусные, для того, чтобы их такие коровки лучше питались и давали больше пади. Они их оберегают очень старательно, они отгоняют, прогоняют всех хищников, ну, например, златоглазок или божьих коровок, которые питаются тлями. Они их переносят на другие кормовые растения. Когда, например, семья муравьев разделяется, и часть муравьев уходит основывать новую колонию, очень часто случается так, что часть тлей они берут с собой. В зимний период муравьи заботливо прячут тлей внутри своего муравейника и ухаживают за ними. А если, например, тли питаются не листьями, а корнями растений, то они проделывают специальные ходы подземные, делают подземные камеры для того, чтобы тлям было удобно. Но, кстати говоря, не все виды муравьев находятся в таких отношениях только с тлями. Есть виды муравьев, которые, если так можно сказать, приручили цикадок, таких маленьких, очень симпатичных насекомых с яркой окраской крыльев, которые тоже питаются соком растений и тоже выделяют падь. А есть также виды муравьев, которые используют для этих целей червецов, тоже таких маленьких членистоногих, довольно симпатичных, небольшого размера, которые питаются тоже соком растений и выделяют медвяную падь. Муравьи даже стимулируют своих коровок для того, чтобы они больше давали пади, они поглаживают их усиками, антеннами своими, и, соответственно, в ответ на это насекомые, ну, тли или цикадки выделяют медвяную падь. Вот такие взаимоотношения известны для очень многих видов муравьев, потому что муравьи, как и мы, они сластены, они тоже очень любят сладкое. Много углеводов – это очень хорошая такая энергетически емкая пища, вот, которая легко, к тому же, еще переваривается. Но муравьи известны не только тем, что они пасут тлю, а они, кроме того, еще и являются настоящими грибоводами. Наверняка вы слышали про муравьев-листорезов. Это очень интересные насекомые. Живут они в тропиках, в основном в Южной Америке, частично в Центральной Америке и на самом юге США. И эти муравьи отрезают очень аккуратно своими челюстями кусочки листьев, причем иногда очень большие кусочки листьев, они могут весить в 50 раз даже больше, чем весит сам муравей. Дальше они эти листики сносят в подземные камеры, но сами они этими листиками не питаются. Зачем же, спрашивается, они им нужны? А эти листики им нужны в качестве субстрата для того, чтобы на них выращивать грибы. То есть они спускают их в подземные камеры. Далее более мелкие муравьи других каст
эти листики пережевывают. Они удобряют их своими экскрементами, и получается такой очень питательный субстрат, который заселяется грибами, которые являются очень хорошей питательной пищей для муравьев. Это грибы не в том понимании, в котором мы с вами привыкли о них говорить, то есть это не плодовые тела, да, которые мы видим на поверхности земли, а этот гриб, который представляет из себя такую нити, гифы, грибницы, которая распространяется только под землей. И муравьи делают все для того, чтобы не дать возможность вырасти плодовым телам, чтобы не ослаблять грибницу. И питаются они особыми выростами на концах грибных нитей. Такие есть утолщения, очень питательные, которые содержат много белка, и вот они являются важной составляющей диеты муравьев. Интересно, что иногда на этих грибах селятся так называемые грибы-паразиты. Это другие виды грибов, которые ослабляют, паразитируют на муравьиных грибах и их ослабляют, соответственно, и не могут являться пищей для муравьев. И вот у муравьев есть специальное такое, можно сказать, биологическое оружие против этих грибов-паразитов. На их теле живут особые такие нитевидные бактерии, которые называются актинобактерии. И эти бактерии вырабатывают антибиотики, которые борются с болезнетворным грибом, таким образом поддерживая здоровье грибной колонии и давая возможность муравьям все время питаться грибами, которые они выращивают. Интересно еще, что муравьи-листорезы, они такие довольно крупные, и нередко в их колониях поселяются маленькие животные, которые называются многохвостками или колембулами. И эти колембулы значительно меньше, чем муравьи-листорезы, и есть у них такое неприятное для муравьев свойство – они очень шустрые. Колембулы тоже не проще питаться грибами. Вот. Для муравьев, естественно, это невыгодно. Они стараются от колембул избавиться, но делать это сложно очень, потому что колембулы очень проворные. У них есть специальная такая прыгательная вилка, которая прижата к брюху. И выпрямляя эту прыгательную вилку, они совершают какие-то молниеносные прыжки, и совершенно невозможно муравьям-листорезам за ними угнаться. Ужасно милые существа. Но проблема в том, что они любят грибы, а сами эти грибы не выращивают и потихоньку воруют грибы у листорезов. И в колониях грибов у листорезов живет другой вид муравьев из рода Струмигенис. Они значительно меньше, чем сами листорезы, но самое у них положительное качество, что они специализируются на охоте на колембул. Они ими питаются и, соответственно, очень шустро справляются со своей добычей. То есть вообще, на самом деле, там очень сложная система существует. Да? Есть грибы, есть одни муравьи, есть другие муравьи, есть колембулы, есть еще паразитические грибы, есть бактерии, которые помогают с ними бороться. И вся эта такая сложная система существует уже на протяжении как минимум 50 миллионов лет. Гриборазведением занимаются не только муравьи, но еще и термиты. Термиты – это тоже общественные насекомые. Они живут большими колониями и строят термитники, но при этом они не родственны совершенно муравьям, они родственники с тараканом. А термиты в своих камерах тоже выращивают грибы, и в основном большую часть года эти грибы растут только внутри камер термитов и являются тоже очень важным источником пищи для них. Но когда наступает сезон дождей, у этих грибов вырастают огромные плодовые тела. Это самые большие известные съедобные грибы. И люди с удовольствием их собирают и используют в пищу. Называются эти грибы термитомицесы. И представьте себе, что вот это вот плодовое тело гриба, оно может достигать диаметра 1 метра и весить до 2,5 килограмма. То есть такой грибок один нашел, и, в общем, ты уже обеспечен едой, по крайней мере, на день, а то, может быть, и на несколько. В общем, достаточно удобно. Единственное, что, конечно, это только в определенный период года, только в период дождей. Вот. Но в то же время, вот видите, термиты, они не только грибами обеспечивают самих себя, они еще грибами обеспечивают и людей. Удивительно еще при этом, что европейцы открыли этот гриб, термитомицес, всего-навсего в 1980 году.
как случилось так, что до этого они не замечали этих огромных грибов, совершенно мне непонятно. Но, тем не менее, это так. Отличными грибоводами также являются некоторые жуки. В основном это те жуки, которые питаются деревьями, они живут под корой, они под корой проделывают ходы, они в них заселяют споры гриба, и, соответственно, грибы внутри этих ходов развиваются и являются для них хорошей пищей. Вообще жуков, которые выращивают грибы, довольно много. Среди них, пожалуй, самый большой интерес представляют жуки, которые называются жуки амброзии. Называются они так, потому что они питаются грибами, которые относятся к роду амброзиэла. Они очень специализированы на этих грибах. Настолько эта специализация далеко зашла, что жуки и их личинки питаются исключительно грибами амброзии. А кроме того, эти грибы нигде больше, кроме как в жилых ходах жуков, не встречаются. Они встречаются только там. Таким образом, можно сказать, что грибы утратили самостоятельность. Кроме того, они утратили возможность полового размножения. Они размножаются только бесполым путем, но при этом они приобрели возможность довольно широко распространиться благодаря тому, что о них заботятся жуки. Но и что, пожалуй, самое удивительное, что среди жуков, оказывается, есть тоже один вид, который ведет образ жизни примерно такой же, как, например, пчелы или другие социальные насекомые. То есть их колонию основывает самка, крупная размножающая самка, прогрызает в древесине ходы, а живут они в эвкалиптах, она прогрызает ход, и она с собой приносит споры гриба, с которым она находится в симбиотических взаимоотношениях. Она засевает ход этими грибами, дальше она откладывает яйца, и из неплодотворенных яиц формируются самцы. Они имеют лишь половинный хромосомный набор по сравнению с самкой. Они очень маленькие и практически ведут такой паразитический образ жизни. И есть еще несколько самок, которые развиваются из оплодотворенных яиц, но эти самки, как рабочие муравьи, например, они не участвуют в размножении, они занимаются лишь поддержанием ходов всей этой колонии в хорошем состоянии. Интересно, что у жуков амброзии, в том числе и вот у этого австралийского жука, есть специальные органы для того, чтобы переносить споры или мицелии гриба с одного места на другое. То есть, когда самка отправляется осваивать новое какое-то дерево и основывать новую колонию, она вот на этих особых участках своего тела, которые называются микангии, она переносит споры или мицелии на новое место. И, соответственно, таким образом получается, что у каждой семьи из поколения в поколение одна и та же линия грибов культивируется. Ну, то есть тоже такое вот очень своеобразное приспособление, которое возникло путем долгой эволюции. Считается, что, вероятно, подобные взаимоотношения возникли порядка 100 миллионов лет тому назад. То есть, видите, сельское хозяйство изобрели опять-таки задолго до нас. Есть еще жуки, у которых зашло все не так далеко. Есть жуки, которые живут в США и являются такими очень серьезными вредителями леса. Называются они лобоеды. Паразитируют они на соснах. Они забираются под кору, проделывают там ходы. Ходы заселяют тоже мицелием. У них тоже есть специальные органы микангии, на которых они переносят этот мицелий или споры. И дальше личинки этих жуков питаются грибами, а вот сами взрослые жуки уже грибами не питаются. То есть у них нет такой прям уж тесной абсолютно связи, как мы могли бы видеть у жуков амброзий. Ну и немножко о других животных, которые тоже занимаются сельским хозяйством. На коралловых рифах встречаются такие рыбы из семейства помацентровых, называются они стегастесы. И вот разные виды стегастесов интересны тем, что они разводят на дне морском, разводят настоящие такие водорослевые сады. Дело в том, что у этих рыб несовершенная пищеварительная система, и у них нет фермента, который бы мог расщеплять целлюлозу.
Поэтому не все водоросли подходят им для питания. Они могут есть только самые нежные водоросли, у которых тонкие клеточные стенки, содержащие мало целлюлозы. И, соответственно, как правило, эти водоросли они хуже растут, чем другие водоросли, и другие водоросли их вытесняют. Вот чтобы такого не происходило, сегастасы разводят на коралловых рифах самые настоящие сады. Они их пропалывают, убирая все прочие водоросли, чтобы они не мешали растить именно те виды водорослей, которые они способны использовать в пищу. Они внимательно охраняют свои сады, прогоняя оттуда всех возможных других животных, которые могут нанести какой-то вред их сельскохозяйственным насаждениям. Ну, то есть, если они, например, увидят там морского ежа, они аккуратно его берут ртом за иголку и уносят в другую сторону, прогоняют всех рыб, которые там появляются. В общем, стараются сделать все для того, чтобы их водорослевый сад процветал. И интересно, что у этих рыбок есть помощники, есть маленькие рачки, называются они мизиды. И было отмечено ихтиологами, что там, где есть мизиды, водоросли лучше растут, а рыбки сами, стегастасы, лучше себя чувствуют, и они более упитанные. По всей видимости, вот эти вот рачки, мизиды, их экскременты очень хорошо удобряют водорослевые сады и позволяют им хорошо расти. Интересно, что на территории своих садов стегастасы не едят мизид. Можно сказать, что они тоже находятся под определенной такой охраной и чувствуют себя вполне в безопасности. Ну и напоследок еще один любитель сельского хозяйства среди животных. Это совершенно удивительный краб. Называется он по-научному кива пушистая. Но больше он, наверное, известен под таким неформальным названием. Его называют краб йети. Этот краб был обнаружен совсем недавно, в 2005 году. Был обнаружен на глубине больше 2200 метров. Выглядит он очень необычно. Весь его панцирь и передние конечности покрыты такими мелкими волоскоподобными выростами, которые напоминают действительно волосы. Они перистые, и создается впечатление, что краб действительно покрыт мехом. Они небольшие, размером где-то около 15 сантиметров взрослые. Они живут рядом с геотермальными источниками, где на поверхность из недр земли поднимается вода, очень насыщенная сероводородом. Если посмотреть на видео с этим крабом, то это очень все интересно выглядит. Сидят эти крабы в районе гидротермальных источников и очень ритмично двигают своими клешнями туда-сюда. А дело в том, что среди волосков на этих клешнях у них живут нитевидные бактерии, которые служат этим крабам пищей. То есть они создают такие прекрасные условия для бактерий, да, они, двигая ими, обивают их, убирают с них разный мусор, позволяют им лучше питаться, и, соответственно, сами эти бактерии, они потом счищаются своих волосков на клешнях и используют их в пищу. Вот такой тоже очень необычный способ питаться существует у этих животных. Ну вот, пожалуй, те примеры сельского хозяйства животных, которые я смогла найти. Если что-нибудь вам придет в голову интересное, если я о ком-то забыла упомянуть, какой-то интересный пример сельскохозяйственной деятельности животных, пишите в комментариях. Ну и вообще, не забывайте подписываться на наш канал, ставьте нам лайки, приходите к нам в музей, мы всегда рады вас видеть. И всем хорошего дня. Пока.